Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу предложить вам сделать вот такую вот красивую легкую снежинку в преддверии Нового года. Для этого нам потребуется лист формат А4, карандаш и ножницы. Ну что ж, начнем. Складываем лист пополам, чтобы получился квадрат. Ненужную детальку вот эту мы отрежем. Теперь у нас получился такой треугольник. Мы складываем его еще раз. Вот. Мысленно представляем вот так вот квадрат, что вы складываете. Чтобы у нас получились такие хвостики. Эту часть можно отрезать сейчас, либо потом. Мы отрежем сейчас, чтобы было понятнее нам. Снежинка делается легко и быстро. Теперь мы рисуем как бы трафарет, чтобы у нас получился рисунок, который мы потом будем вырезать нашу снежинку. Делаем вот такие вот палочки. Также мы проделываем с другой стороны. Рисуем так, чтобы вот здесь вот у нас как бы осталась полосочка, чтобы были у нас аккуратные ячейки. Теперь мы берем и вырезаем сначала вверх. Чтобы получилась вот такая вот галочка. И теперь же вот по вот этим нашим окошечкам нам нужно вырезать их. Трафаретов у нас снежинок очень-очень много, но я считаю, это более такой быстрый способ, немножко, конечно, кропотливый, зато снежинка получается красивая. То же самое мы проделываем с другой стороны, вырезаем наши окошки.
ненужного убираем. Самое главное постараться не отрезать там вот здесь вот, не доехать. А то у нас сломается снежиночка. Мы уже почти с вами доделываем. Осталось парочку штрихов. Теперь мы можем раскрыть нашу получившуюся снежинку. Такая вот снежинка у нас получилась. Красивая и быстрая. Если вам понравился этот ролик, то подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и не забывайте жать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Спасибо за просмотр!